Так, луна. Облачка. 7 июля 2020 год. Харьков. Сейчас найдусь на луну, скажу, сколько времени. О, красавица. 2.53 по Киеву. По крайней мере, в Харькове. Венера уже выползает. Так, снимаю я. Сближение, резкость, ищем резкость. Сближение Луны с Сатурном на фоне продолжающегося парада планет, на чем настаивает. Кто-то не хочет назвать это парадом планет. Мне 3-4-5 планет в ряд, это 100% парад. Так, что у нас? У нас вот эта вот красота справа в нижнем углу, это Юпитер. Посередине экрана более тусклый, это Сатурн. Сближение Луны с Сатурном фиксируем. Вот оно, ну на небосводе, конечно. Не относительно друг друга. Хорошо, давай тогда сразу весь парад сниму. Ты потом сейчас заиграюсь. А вот это у нас, вот это, вот. Вот это у нас Марс. То есть третья планета. Имеется в виду не от Солнца, а третья планета в нашем параде участвующая. Третья планета Земля, четвертая Марс. Так, ну и вот эти огонечки, это, конечно, не планеты, это просто фонари поселка. А вон наша красота поднимается уже. Венера. Самая яркая планета на небосводе, даже ярче, чем Юпитер, огромный Юпитер, но Венера ближе к Солнцу. Серп Венеры мы должны еще раз отвечаю на один из комментариев, что затмевает Венеру, почему она серповидная. Ничто ее не затмевает, это ее Солнце освещает. Вот сейчас мы видим, что слева будет вставать Солнце, и уже мы на Венере видим, с какой стороны это Солнце есть. Оно освещает Венеру, а мы видим часть освещенную Венеры серповидную. Ну а темную, соответственно, на фоне неба мы просто не замечаем. Она слишком... Нету света, мы не видим. В общем, резкость сейчас играться бесполезно. Просто, ну, видно, что на самом горизонте Венера, вот это сейчас резкость, туда-сюда колесико вращаю. На фоне поселковых фонарей было видно, что Венера совершенно рядом с горизонтом, с уровнем Земли. И потому мы через огромные слои атмосферы, да еще и задымленность, эту облачность видим
такую вот мутную гуляющую атмосферу, переливающуюся Венеру. До Венеры 63 миллиона километра сейчас. Чуть повыше, надеюсь, она будет видна чуть получше. Но она настолько мощная планета, вот это фонари поселка. Что даже через вот эти тучи, смотри, какие тучи вообще. Красота. Какие-то. Я не знаю. А что это у нас пикает? 3 часа. Чудненько. Смотри, тучи, как будто море. Ужас, как красиво. Ужас. Ужас, как красиво. Как это называется? Оксюморон. Ага, рядом с Венерой там еще должен быть Альдебаран чуть пониже. Но сейчас мы... То есть еще раз, вот эти фонарики, это фонари поселка Бобровки. А вот, вот это вверху, это Венера. Поехали смотреть. Ой, пока тучи не закрыли, а они уже начинают. Допустим... Спутники Юпитера хочется мне посмотреть. Вот смотри, как красиво сейчас строятся на фоне облаков. Тоже неплохо для мизансцены облачка. Хотя, конечно, сейчас они нам всю малину испортят. Так, что я там говорил? Ищем Юпитер. В смысле, не Юпитер, а спутники Юпитера. При таких настройках фотоаппарата света много, видим даже облачка, но что-то такое блеснуло. Ладно. При таких настройках мы не увидим полос на Юпитере, но зато смотри, как классно видно спутники. А, это же прелесть. Даже дымка не закрывает. Значит, справа у нас уже ныряет вниз. Час назад снимал, это было более горизонтально все. Внизу справа это спутник Европа. Европа вырвала сегодня вперед, в отличие от Ганимеда в прошлой ночи. Потом за Юпитером идет тот самый Ганимед, потом Ио. И потом вверху слева высоко это Каллисто. Вечный отщепенец. Так, сейчас опять буду попытками навести резкость, вас нервировать, ну и себя заодно, дабы служба медом не казалось. Дрожит. Только касаешься фотоаппарата, сразу все улетает из поля зрения. Очень большое увеличение. Все, отошел. Огромный Юпитер. Где-то я считал расчеты в научно-популярной литературе или просто какие-то от себятины, что будь Юпитер в 80 раз больше, у нас было бы 2 раза Солнца. 2 раза Солнца.
русский язык ко мне. Было бы два солнца в Солнечной системе, то есть Солнце и Юпитер. Но тогда, конечно, нас бы не было. Некому было бы по этому поводу восхищаться, радоваться или огорчаться. Ведь рок-стих, ты посмотри, ну, в общем, что там говорить? Вот мне люди пишут в комментариях из разных стран, что погода, дожди, облака, а тут, в общем-то, третий день подряд я снимаю. Какой третий? Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, ладушки, смотрим. Луна уже вообще за тучами скрылась. Давайте хоть на Сатурне кольца зафиксируем. Вон, видишь, что творится. Ну, парад планет мы сняли. Уран, конечно, там еще есть. Уран. Я даже и пытаться не буду найти, снимать. Слишком далеко, 3 миллиарда километров. Слишком маленькая планета. Слишком тусклая. Тут Марс, господи, в 100 миллионах. Не поймаешь в кадр. Куда там? Так, ну и наша любимая часть сейчас будет. Попытка навестись на наилучшую резкость. Все, ушел. Боюсь испортить всю кашу маслом. Вижу, в окуляр виден, снизу, слева, ну, спутник Юпитера, что это может быть, не звезда, а может и звезда. Опять ушел. Один миллиард 350 миллионов, 306, 1 миллиард 350 миллионов километров до Сатурна. Его замечательных колец, до этого великолепного сомбреро, плывущего по небу. 3.06 это время по Киеву. Да. Вот оно, зафиксировано сближение Сатурна с Луной. Вот они, три наши замечательные участницы парада планет в кадре, включая спутник Луны. Да, вспомнил по поводу Луны. Два разных человека, милые девушки, спрашивали, каким образом свет Луны освещает облака, которые находятся за Луной. Конечно же, никаким. Никаких облаков на Луне, за Луной нету. Все облака у нас перед Луной. И освещаются они иногда восходящим, заходящим солнцем, иногда действительно отраженным солнечным светом, отраженным от Луны. Но в любом случае, конечно, облака находятся перед Луной. Ну что, я буду просто петлять с планеты на планету. Космический какой-нибудь путешественник. Ну как не поснимать Марс? Пока есть возможность. Да, сегодня прям таки ночь длинных видео.
если бы хорошо. Все же надо еще и на работу. Вот тяна навелся вообще, блин, сразу отошел. Резкость попробую. О! Посмотри, с первого выстрела попал. Только что снимал. 5 минут не мог в кадр поймать Марс. Ну, видишь, раз на раз не приходится. Он как быстро по кадру перемещается. Марс. Никакой жизни на Марсе нет. Никакой жизни вся на Земле. Так. Поехали к рассветным облакам. Фантасмагорическим. Просто какой-то. Ну, это аномальная температура. Это аномальная температура, такую какую-то создают атмосферу. И в прямом, и в переносном смысле атмосферу. Фантасмагорическую, неземную. Ну, непривычную для Харькова так точно. По виду. Так, еще раз. Что мы смотрим? Внизу ряды фонарей. Это фонари Бобровки. Как бы это ни звучало. Ну, в общем, поселка рядом с Харьковом. За окружной Харьковом. Там сейчас, наверное, творится апокалипсис. В связи с такой жирой на прудах. Там, наверное, пол Харькова торчит. Ну, не сейчас, имеется в виду днем. Кому мало была информация про облака за Луной, послушали еще и про Бобровку. Ну, как мы без этого раньше обходились, не представляю. Особенно где-нибудь в Калифорнии. Откуда мне тоже писали комментарии. Как жилось без информации по Бобровке? Ничего не тревожило ночами. А в Бобровке апокалипсис пляжный, слава богу. Так, вот серп луны, ой, господи, луны, какой луны, вот оговорочка по старику Фрейду. Серп Венеры, Венера освещена Солнцем, они находятся в тени какой-то планеты, это не затмение Венеры. Просто такое освещение Солнца, Венера. А сейчас мы будем опять играться резкостью, как я полюбил это дело. С резкостью перебарщивать, перебарщивать не надо. Ладушки, не вижу я никакого рядом Альдебарана, хотя он там есть. Ниже, под 45 градусов. Альдебаран относительно Венеры должен фиксироваться. Ну, тут такие облака, что только мощный свет Венеры пробивается. Да, о чем нам это еще говорит? Нам это говорит о том, что в 3:40 будет пролетать МКС, который я снял часик назад. На ночном небе, а теперь он будет на таком вот рассветном небе. Это тоже мелькали фонарики. Не дергаемся. Что МКС этот может быть за облаками попросту не виден. Так, все, снимаю опять триаду, навожусь на Луну и переходим, наверное, к другому дублю. О, господи, это Сатурн так виден. Красота. Справа Юпитер, в центре
Сатурн, слева, понятно, Луна. Озадачила меня коллега на работе, а как ты, говорит, узнаешь, что это? Сатурн, это Юпитер. Фух. Я так растерялся, даже не нашелся, что сказать. Ну, то есть, как бы, очевидно, спутники Юпитера, кольца у Сатурна. Не спутаешь ни с какой звездой. Воды. Три 3:13 по Киеве. Эх, надо бы поспать все-таки. Два часа это... По два часа в сутки спать это маловато. 3:14 по Киеву. По киевскому времени в Харькове. 7 июля 2020 год.